Я как этот волчок, кружусь с раннего детства в безумном ритме, стремясь к намеченной цели. Цель. Оправдывает ли она средства ее достижения? Ты любишь его? Даже не знаю. Наверное. Ну, и что ты решила? Пока ничего. Жила-была девочка, в балетной школе училась. Да только влюбилась она в 17 лет. Забросила балет, вышла замуж, завела семью. А через 10 лет оглянулась. Счастья-то нет. И пошла тогда эта девочка работать в балетную школу воспитатель, чтобы быть хотя бы чуть-чуть ближе к своему счастью. Ты хочешь такой судьбы? Балет – моя судьба, моя жизнь. Но почему тогда нас называют танцующими призраками? Говорят, настоящая жизнь там, за окнами нашей школы. Любовь или балет? Семья или карьера? Самый трудный выбор в моей жизни.